2512 популярных видеороликов на моем канале на утро 15 августа 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, да? Что является весьма даже замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно, просто потому что самих видеороликов много. Всего лишь 3 дня назад мой канал прошел рубеж 67 тысяч опубликованных видеороликов. И как среди этой массы определить, да, какие из них популярны, какие нет? Да никак не определишь. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать. Потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов. И забавляя тем самым нас от ненужных хлопот. Спасибо YouTube за заботу.